Они на тебя дрочат, да. О, фиаско, видал? Чувак, очко, помоги! Они там за домом, короче. Чувак, они в деревню вошли, они к дому пришли. Нет! Она сама себя траванула, вот шлюха. Он сейчас пиков призовет. Серьезно, это рейд прямиком в ауст. Па? Ты, зачем ты дверь закрыл? Я понять не могу, а? Ты его выстрел? Доброго, Руслана. В предыдущей серии мы начали зарабатывать деньги на сбытие жителей. А в этой серии мы будем увеличивать жилую площадь, поскольку жителей становилось все больше и больше. Но затем мы столкнулись с серьезными трудностями, которые, скорее всего, и поставили на колени Игнатия и Арсения. Что из этого вышло, ты узнаешь прямо сейчас. Что ты ржешь-то? Ты му**ла гороховая. Сейчас, короче, смотри, сейчас фиаско будет. Не отвлекай их. На меня смотрят еще. Они на тебя дрочат, да. О, фиаско, видал? Смотри, у них несколько попыток. А может, они меняются там? Ну, да. Они еще те с**ка. Но, видишь, не получилось. А, отлично, значит, сейчас эти... А, один аутист хочет выйти, и он не дает это зайти этим дауну. Сука! Падла ебаная, блять, мудло гороховая. А чё, в смысле, пойдем, я чё знаю, что и куда идти? Блять, блять! Сука, Арсений, у нас дом взорвался. Какая? Тихо, у нас тут это, зеленое около здесь. А, тихо. Я понял. Чё, чувак, прорядим стадо, да? Нет, сейчас мы будем разминировать дом. Чувак, у нас в дверях этот наркоман, барыга приехал. Прямо у нас у двери, иди сюда. Там бьют этого торговца на цвае. Не-не-не-не-не, он это, заблокировался. Какой заблокировался, слышь? Заблокировался. В смысле заблокировался? Он себе стальной ножопник, что ли, надел? Где дверь-то, дверь? Подожди. Запили дверь, быстрее. Чё быстрее, ща? Дверь запили, куда запили ты? Дверь! Надо отойди, все, успокойся. Давай, ставь это обратно. Сейчас. Выходит! Твою мать, ну... Да уйди нахер. О, всё. Ну давай! Давай, вытолкни его на меня. У меня лагает. Сейчас. А чё, ему чё потом... Да куда ты меня-то смыл? Всё. Смыл, я тебя в унитаз смыл. Может, они хотят другую профессию по специальности? Хотят. Чувак, они... Я понял, короче, они ЕГЭ, короче, не сдали и не могут эту профессию получить. Чувак, как тебе тут сказать? У нас, короче, житель Куниголос, вот. Что? Что? Что ты сказал? Что ты сказал только что? Я говорю, у нас это дома житель курицы Куниголос делает. Сука, вот самое горло, это просто, что ты это слово неправильно произносишь. Я не... Короче говоря, он какую-то профессию получил. Как кожевник, по идее. Ты чё ржёшь? Это, короче, такая профессия, он фалосы изготавливает. А потом летает на медле и торгует. Это просто посмотри на эту картину, как это называется. Сдохли. Картина «Все сдохли». А, нифига, у бочки есть анимация открывания, ты прикинь? Охренеть. О, чувак, где-то что-то произошло. Вау, у нас железный житель заспавнился, чувак. В смысле железный житель? В смысле? Из потолка вытащить его быстрее надо. Да нахер ты это сделал? Вот нафига ты так делаешь, а? Ну вот зачем? Я хотел, короче, сказать, ну вот нахрена ты так сделал, а? Ну вот зачем?
Я серьезно чуть не пропел. Я тебе отвечаю, вот знаешь, на это что похоже, вот как будто бомжей приютили, вот они здесь поселили. А это охранник ходит. Слушай, ну охренеть, чувак, ну понимаешь, мы помнишь, мы до этого играли, аутисты не трахались, не трахались, аутисты не спавнились. Что это за магия обоссанного голубя? Ну это, чувак, это лей-линия, короче, появилась. Чувак, а порох нельзя класть в печку, ничего не будет. Хороший вопрос, слушай, я не знаю. О, чувак, все проснулись. Сейчас сюда по. Голем, короче, сюда вышел. А, это еще один голем появился. Он появился как раз прямо в обходном пути. И еще шахта образовалась. Охереть, тут звуков. Кто? Шахта? О, тут еще кот заспавнился прям в этом, да. Пацаны, давайте, над свай завезли. Он прям в этом, в доме. А, ну они там соблазняют друг друга, я понял. Бесполезно. Это просто охренеть, у нас просто притон какой-то. Да. А кот так и будет, как бес конченый тут бегать. Так, идет один, иди, ну-ка. Ты идешь спать? Ну-ка. Давай. Дойдет весь на мокрую кровать, короче говоря. На босоный лег. А мне кажется, или это сперма гусеницы пришла? Чувак, у нас тут один даун. Прием, один даун. Один даун. Звучит как кот какой-то. Вот, что с ним делать? Он аутизм, проявляет синдром аутизма. Он уже сколько время тут это прыгает-то на одном месте? Сейчас, ну, да хер бы с ним, пофигу, он это, не заплатил арендную плату с твоим очком. Так, закрывай вход, он аутист. Так, сука, гандон, закрывай! Чем, рукой? Закрываю. Закрывай! Все, закрыл. Чувак, у него, смотри, у него синдром Дауна, закрывай синдром! Чувак, там это, налоговая, быстрее! Быстрее там налоговая! Сука, налоговая. Да не закрывай меня! Чувак, быстрее, налоговая пришла. Мы налоги не платим, мы самозанятые. Все, мы домохозяйки. Ладно, пусть он идет туда. Давай, иди. Давай, перевозбуд. Давай. Давай. Сука. По-моему, ты сам перевозбудился, меня перевозбудил. Но не его. Сука. Сами перевозбудились, а вот нет. Так, чувак, ну что-нибудь изменилось? Они это, как-нибудь это, проснулись, нет? Как-нибудь проснулись, сука. Мне кажется, его надо отвезти к тому, это... О, они проснулись, смотри, что они будут сейчас делать? Работать. Давай три двери поставим, чтобы их это возбуждало. Ну, сука, я не могу, этот самонок ли уходит, как будто он Симону сейчас его сосует. Ага, и за ниточку дёргать. Не, посмотри, как он культурно головой вертит. Видишь? Ага. А еще он тебя может культурно послать нахер, потому что у него все слишком дорого. 34... Хотел сказать, говна цвет изумруд. 34 говна. Я заметил, как я близко к тому лег жителю. А кальмара можно это на поводок надеть? Что ты ржешь? Да ему поводок только можно надеть. Да у него тентакли крупные, ты не видел? Есть такая хрень, новый блок. А там, короче, снятие чар и ремонт. Там, короче, просто вставляешь предмет, и тебе это возвращает опыт. Я думаю, ванус тебе вставляет палку. Ну это тоже можно, это дополнительная функция. Я не знаю, Арсений, убьют меня. Если меня сейчас убьют, я буду кричать. Так, чувак, где-то? Не надо. Чувак, просто идешь в интернет, набираешь это хентай с тентаклями и смотришь, все. Ты что, прям сейчас уже загуглил? Ты серьезно? Ты загуглил, что ли? Нет, я железо нашел просто, и все. И чувак, ёб твою... Я выхожу. Че? Ко мне один зашел лошадь. В него ударила молния, у меня теперь в доме куча всадников. В смысле, третий раз? Да! И прям это как мгновенно, что ли, произошло? Да. Это не Battlefield 1, это Battlefield Киберпанк, сука. А он живой? Нет, чувак, вообще. Чувак, а похавать есть что-нибудь? Да. Скинь мне. Блин. Ни хрена! Уйди нахуй. Уйди нахуй. Это паук, я подумал, что это медведь пришел. Ну ты не пришел, он сейчас на тебя насрет и уйдет. Чувак, очко, помоги! Нет!
Где? Я иду, какой хер за мной кот телепортировался? Тут очко, проблема. First one, second, Арсений. First respond, сейчас это, accept your call. Сука, чё? Арсений, нет, не носи его, не надо. Вот это магия. Охеренно сейчас, чувак, было. Я думал, какого хрена, ты вроде в броне с мечом нападаешь, ну, а это оказался зомби. Ты подумал, что это я, что ли? Я думал, какого хрена ты убегаешь, почему вас двое, я подумал. А этот аутист не приходил больше? Какой? Который спайсом торгует. Спайсом уже, да? Бизнес в гору прошел. Не приходил. Охереть, у меня кирка быстро копает, Арсений. Скорострел, да? Стоит зачем? Ну, чувак, ну, эффективность 3. Скорострел 3, я понял. Там еще эффективность 4 вроде есть. Скорострел 4. Твою мать, у нас рейд! А вот тут уже всем стало не до смеха. Арсений каким-то образом сумел это сделать. В смысле? Они на меня арбалеты направили, чувак. В смысле рейд? На нас рейд, чувак, они здесь заспавнились. В деревне? Рядом, очень рядом. Сейчас я аккуратно к ним подойду. Вон там лидер у них стоит. Погоди, а если погоди. Я лидера убью... Они на меня нападают. Все, какой... Погоди, все, я не могу уже ждать. Ну да, я сейчас прибегу, тебе помогу, убью их там. Мне надо отходить быстро. Сейчас. Я куда-то уперся. Я бегу домой. Теперь рейд с полосочкой, как ты и хотел. Тут сзади, тут один нападающий остался. Я его не вижу ни хера. А, вот он. Тут еще следующая волна начинается. Ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Походу они с носорогом идут. А где? С какой стороны? Я не знаю, я слышал, там он орал. Он, походу, по-моему, в деревне уже, кстати говоря. А, ну там сзади, короче, с топором это подошел, я понял. И трахнул? Да, топором причем. Здесь жители, короче, потеют, от них вода, короче, течет. Они там за домом, короче. Чувак, они в деревню вошли, они к дому пришли. Ой, вот этот со служенными... Сука, руками не подходи, пидорас! Не надо, не насилуй, пи***ц. Да паук, ну... Пизда, блядь. И когда у тебя бомбит, Арсений? Сука! У кого еще теперь бомбит, да? Нет! Ты че такой перевозбужденный, Алёва? Да потому что у меня весна, я ухожу из дома, меня насилует Арсений. Все, чувак, рейда нет. Не, погоди, вон еще следующее. Сука. Так хильца. А, не, я полный. Да. Я их, короче, заметил, они на меня нацелили. Они в деревне уже. Ведьма, чувак, пришла! В смысле? Насрак, сука! Ну его нахер, я не выйду. В смысле, прям в деревне, что ли? Да. Там носорог, там ведьма, там стреляют, там это. У них они зачарованные, они пузырьки. Чувак, они под спидами. У меня щит, они пробивают щит у меня все время. Как? Как он телепортировался? Я был на горе, Арсений! Ведьма в дом зашла! Хренач ее! Чем? Хорошо. Ща, у меня я арбалет взял, у меня 25 стрел, сейчас будем это уничтожать. Нет, их. Она косая, как это, да. Ну давай сдохни, мразь. Она сама себя траванула, вот шлюха. Что там? Чувак, они под спидами, смотри, как они бегают. Да. Давай. Отходи, там шлюха. Чувак, скрафти какой-нибудь меч, не насрать, любой. Тебе? Нет, ей! В смысле ей? Как, в смысле, ты хочешь, чтобы я ведьме скрафтил меч? Сейчас, я иду, сейчас всех перевалю, короче, на... Где он? Чё ты ржёшь, а? Ой, не могу. Так, чувак, давай. Опять? Да? Да сколько можно, а? Чувак, давай чувак, это... давай быстрее. Надо обороняться надо. Чувак, надо на мой дом залезть, короче говоря. У меня же там есть это... Я вещи точно нашел твои, собирай точно, вещи. Точно. Так, а где шелупонь-то? У той стенки, они у той стенки. Там еще носорог был. Да. Ой, аккуратно, аккуратно. О, блин. О, твою мать! Там помогите! Этот, который... Маг! Арсений, там обоссанный маг, бежим домой! Там, понимаешь, маг? Там маг обоссанный! А, так он магии херачит и все. А, куда? Он сейчас пи***ков призовет! Чувак, а ты знаешь, между прочим, серверы очень полезно отключаться, когда...
Перезаходишь, они за несколько секунд зависают, короче говоря, и ты можешь успеть это уйти. Он перед дверью дома! Сейчас 3, 2, 1. Сука! Гандон! Тут мелкие, они влетели в дом, чувак! А ты быстро закрыть дверь надо! Они мелкие с топорами, зачарованными. Чувак, это что? Это что? Это не Майнкрафт, это сборка какая-то, чувак. Серьезно, это какая-то сборка. Так, я сейчас попробую вещи спасти. Чувак, санина залетела, санина! Я вижу. Тихо. Все, вылетел. Ну как вылетел? Относительно вылетел. Чувак, тут санина летает. Тут железный голем их убивает. Тут чувак вообще... Пусть они сюда залетают, их големы хотя бы трахают. Что это? Чувак, что за санина происходит? Объясни мне, пожалуйста. Чувак, скажи честно, ты какие-то моды накатил? Кто в дом зашел кто-то? Пусти меня быстро! Чувак, я таких рейдов не хочу. Серьезно, это рейд прямиком в ад. Вот, короче, големы это летающих убивают. А жители заметили, они потеют, короче говоря. А, вот это вот? Да. Типа водичка? Да, типа они потеют. Из-за того, что рейд. Чё они-то потеют, а? Это мы типа очко здесь все рвём. А они потеют. А у меня еды нет, чувак, мне аж хилиться нечем. Так, опять волна? Опять? Да нет. Оно до бесконечности, что ли, будет? По... Ты... Зачем ты дверь закрыл? Я понять не могу, а? Кто закрыл? Я не закрыл, чувак, у меня лаганул, я просто вошёл. Я не тебе, ё-моё, я не тебе. Охереть, у нас просто какая-то поеб***а происходит. Вот, самое подходящее слово из всех. Я тебе серьезно, это вместо рейда, короче, надо вот эту именно надпись написать. Ой, чувак, там маг, я валю. Чувак, нахер, выходи с сервера, я это, хавать как раз пойду. Пусть, короче, деревня, это, там... Выключи сервер тогда, сейчас я выйду, выключи сервер. Просто выключи его сейчас. Можно уже не сюда. Опа. Че, я сдох? А с чем они летают, а? А, у меня лагает, я думал, я не сдох. Там, нас убили. Слышишь звук? Это значит, там наверху жители убивают. В смысле? Наверное. Давай быстрее! Наверх, в растение защищать, жители команды защищать, быстрее! Здесь какой-то паровоз появился и сразу исчез. В смысле? Я тебе говорю, тут из пола какой-то паровоз вырос, а потом... Что? Сверху, аутист! Кого-то бил сейчас. А ведь что это происходит? Там этот уничтожать, быстрее, Арсений, жители убивают! Убивать жителей! Что произошло сейчас, я не понял. Я убил мага, мне потом бессмертие, короче говоря. И я, короче, сразу же сдох. Он меня воскресил, и меня потом добили, нахер. Чё, рейд продолжает слово ведьма? Конечно, продолжается, а ты еще спрашиваешь? До бесконечности теперь будет, чувак, я тебе отвечаю. Хорошая новость. Происходит какая-то санина. Плохая новость, она нас убивает. Сука, насилуют. Я ему сейчас это лицо сломаю, быстро отошел. Ой, я не могу. Арсений, ну это так и происходит, видишь, санина какая-то. А у тебя воскресает 100% хп? Нет, он дает, короче, регенерацию и это золотое сердце. Золотое! Я отхожу, Арсений. Сука, а меня кто отведет, твою мать? Отходи, быстрее! Все, нормально. Я хз, что делать теперь. Тут террористический акт, короче. Ты где? Я бегу, не закрывай, пи***ц! Не закрывай, пи***ц! Пол хп вообще. Ну хилься. Нихера не хилится, блядь. Я сейчас тебя убью, если ты не отхилишься. Че ты ржешь, а? Что? Ору просто. У меня щит. Они сквозь него... А, у него зачаржен насквозь. Ставлю вот сизого, такого вот крылатого пушистого голубя, что это маг остался. Ну, естественно! Ушел, а где он? Быстро. А он там, короче, он пустил маленьких, педофильчиков. Убивай, Петька! Убивай! Убил! Нет! Насилуют! Надо подождать, пока комары сдохнут. Раптор, тащи сюда. Давай сейчас в розетку вставим. Быстрее. Нихера! Вот это он гоняет. Вот это он, сука, гонщик под спидом.
Я не знаю, как будто у меня вправо заносит на повороте. Убил, убил! Нихрена не убил, ты ничего не убил, ты никого не убил, что лидер вот пришел. Ну я этого мага убил. Да он. Ты аутист, ты куда пошел? Вещи брать, вещи забирать. Да ты мимо топорщика прошел. Давай, чувак, сзади подошел, жопу нашел. Давай, быстро. Ух, все. Серьезно? Сколько можно? Че ты ржешь-то? Ой, топористый парень, какой у него классный топор, только не вас. Сука, все здесь все что с топорами? У них рейд из одних только топоростов. Топор это вещь, чувак, мечи просто в ванну засунуть, прокручивать 3 раза, чтобы ничего не происходило. Так, чувак, там 2 анса меня убили. Они перезаряжаются. Давай тут эти педики. Твою мать, а чё сразу ты не сказал? Нет! Да сколько можно? Это навсегда теперь? Что ты ржёшь-то, а? Так, чувак, это тебе экстримум выживания, понимаешь? Да это... Вот осталось еще хардкор подрубить, чтобы, я не знаю... Мы только рождались, нас уже, я не знаю, убивали. За мной носорог идет, Арсений! Второй рейд! Еще один! Что опять? Ёб в рот, Арсений, ты так до хрена! Че, в лаве хочешь сжечь? Да, это будет якобы не мы. Он сам на лаву нахался и, короче, сдох. Все. Что? Что? Ты что, сперму выпил? Да. Блять, заебись. Просто заебись, Арсений. Просто это охуенно, понимаешь? Ага. Там этот зомби, там этот скелет нигер, он, короче, просто наделал эти броню мою и все, и заебись просто. Одно хп, я сдохну. Блять. Ебло это, ебаная, сука. Мне просто тупо конец. Блять, сколько тут черепов, ебаных. О, эндер очко. Да, выбил? Да, но я сейчас сдохну. Через 3, 2, 1, все, хилюсь. Да, чувак, эндер очко. Ну, блядь, ну как он попал меня, ебанутый тупой, блядь? Ну откуда ты только взялся? Ну он все равно, чувак, он реально, он просто за 100 блоков меня стреляет. Ну что это за пи***к, а? Блядь, ебать, сука, как ты меня попал, гондон? Хилился и сдох. Просто. Слушай, ну вот что, в принципе, появилось? Пи***ки все исчезли абсолютно, ни одного. Ну, понимаешь, были пи***ки. Блять, еще эта хуйня меня дамажит, блять, пиздец. Мне кажется, вот эта твоя фраза должна мемом просто стать мировым. Какая? Ну, ты сказал это, какую фразу. Вот я просто сразу в ней потенциал увидел. Это какой-то мем должен стать игровой. Вот эта хуйня меня еще дамажит. Блять, заспавнился гондон! Все, пиздец. Все, давай. А, не выжил. Блять. Ну этот пи***ло мелкое появилось. Ну только у жителей. Ну зомби тоже появился с лопатой перед входом прям. Готов тебе дать поебало. Да, лопатой причем. А это самое, угля нет, что ли? Блять, блять! Сука, гондон, ебать, блять. Не могу, Арсений, меня бомбит. Я слышу, я чувствую. Я просто прихожу, и потом я тут же умираю, понимаешь? Прям сразу меня тут же бесить начинает. Поебастическая хуйня какая-то происходит. Ну, чувак, это не так мозгово-носящий, как рейд. Ну, рейд там хотя бы весело было. Тебя в ***с ебут, а тебе приятно. Гениальная фраза. Какая фраза? Которую ты только что сказал. Это просто я хочу табличку с этой фразой сделать. 4 не. Ну что, сказал, ты можешь сказать? Чук, я зачем говорить, когда можно написать? Я не знаю, я просто посреди дома как-то так вот. Скажи, под чем ты придумаешь такие гениальные фразы? Ты можешь сказать, что я сказал, я не помню. Я не могу сказать. Ты что, в уши долбишься, что ли? Да я не помню уже.
Я сейчас сдохну, вот, например. А, нет. Вот, например. Что за гениальную фразу у тебя? Я сейчас сдохну, например. Еще одну табличку повешу. Я просто на гениальную фразу вывешивать дома буду. Чувак, не двигайся. Если ты меня слышишь, просто тупо не двигайся. Просто абсолютно не двигайся. Так, чувак, еще раз можешь сказать, типа, что там? Не двигайся. Сейчас, погоди, я сейчас что-нибудь придумаю. Все. Чувак, и знаешь, я тебе так скажу, я советский автопром, вот этот АвтоВАЗ в рот драл просто, вот серьезно. Ну и почему же ты же его так нахваливал? Чувак, тратить... Я понимаю, нахваливаю все такое. Но тратить 150 тысяч на какой-то АвтоВАЗ, это надо быть, это, поехавшим просто. А, сука, паркур. Я, короче, сейчас не буду спешить, просто тупо буду проходить его и все, и настать на все. Да, блядь, понятно. Сбрось это, можно? Если золота не хватает, сбрось сундук, сейчас будем его анально эякулировать. Чего? Эякулировать, да? Ошибка входа, недействительная сессия, перезапустите лаунчер и игру. Это прикол такой, да, анальный арсенал? Да, это называется без лицензии, ты никуда не зайдешь. Это ловушка моджинга называется. А ты где сейчас вообще? Я хз, я какой-то деревне, как я ее нашел, я вообще без понятия. И как вернуться домой, я тоже в душе не знаю. Минус 256, 136. Телепортируйся сюда. И это наша деревня? Да. А где все? Это вот наша деревня, да? Погоди. Минус 256, 75, 136. Ты точно туда портнулся? Да. Так, да, погоди. Чувак, а чё с картой? Я хз, ты карту карты? Поставил? Ты точно эту карту поставил? Естественно, ты же заходил только что, видел. Ага. Это у тебя обреченный смех. Минус 257, 75, 135. Это прям вот около деревни. Это знаешь, что было? Это была пространственная аномалия. Да это анальная аномалия. А, ну... Замечательно. А, еще ведьма, ну я понял, все. Вещи это все, это сразу забудь. До свидания, все хорошо. Я серьезно, я просто охерел, как я долго пытался это дойти домой. Сколько лет я добирался домой, ты можешь сказать? 5 минут. Сука, 5 минут, в смысле, 5 лет прошло, мне показалось. А, у меня уже скелет это стреляет, я понял. Я опять не могу дерево найти, но это все, это дроп сервера. А ну себе, подрави. Ну я понял, вот вся суть нарезки. В очко себе постреляй, очень приятно будет. Так приятно, что ты никогда такой... А, я думал, это скелет. Анально расширяешься, да? Да. У тебя есть лопата? Есть топор. Мне бы еще флакон крайтов какой-нибудь, вообще прям хорошо было бы. Ну, флакон крайтов, это, как говорится, хорошо. А если бы ты еще знал, кто это такие? Ты нашел шлем? Нет, я нашел шлем. Дерзкую натуру раскрыл сразу. Нет, я нашел пожилой член. Проводник нашел? Проводник, ваше искусственное отверстие. А знаешь, что еще можно расширять, кроме дома? Комната. А кроме комнаты? Давай, я же знаю... Территория. Давай, я же знаю, что ты хочешь это сказать, это слово за 4 буквы, начинающее на А, заканчивающее на С. Хаос. Именно. Все, готовься. Что? Анус к нам приходит. Анус к нам приходит. Я не понял, что случилось, что ты сделал? Не, ну ты пидор. Я, сука, в доме буду сидеть, на все. Анальные войны. Я же тебе сказал, пошел уровень набивать. Мне вот такая хрень вылезла. Ага, а тебе сейчас ебал набьют. Юр. Тогда я растениями займусь теперь. Сука, ты меня чё пугаешь, а? Мир и покой тебе, Альдаир. Я тебя подштырила. Ну да. Древнеегипетского бога сначала понял, а потом гениально просто. А знаешь, я понял, почему на меня не нападают, потому что у меня флаг Украины висит. Так, КТ, ты можешь отсюда сдриснуть нахер? Встань! Сука. А чё он не встает? У него просто не встает. Это понятно, мне его что, надо в землю что ли закопать нахер? Чё ты ржешь? Что ты ржешь? Что? Да ничего, тут опять корректор надо сделать, а потом его нужно замести следы и продать. Это называется незаконное предпринимательство. На этом история с этой картой заканчивается.
Мир, вероятнее всего, уже был давно утерян, и с февраля 2020 года на нем никто не играл. Да и по сути там больше нечего было делать. Кстати, недавно Игнатию удалось построить новый депрессионат на версии 1.19. Вышло неплохо, впереди еще много чего интересного. Слева голубь,